развивать предпрымальніцтва і падтрымліваць ініцыятыву прадпрымальных людзей. Да гэтага падчас прыёму грамадзян у Свіслачы прызваў мясцовыя ўлады старшыня Грозенскага аблвыканкама Уладзімір Краўцоў. Як заўсёды, да кіраўніка вобласці жыхары раёна ў рамках сустрэч такога фармату звярталіся самым набалелым. Цікавілі мясцовых і пытанні працаўладкавання, і арганізацыі бяспекі дзяцей, і добраўпарадкавання населеных пунктаў. Тацяна Барановская раскажа. В 2014 году взял в аренду теплицу сельской сельхозтехники. Без стекла, без отопления. Остеклил. Сделал проект на отопление. Купил три котла. Мясцовы прадпрымальнік скардзіцца. На працягу зімовага перыяду ён актыўна выкарыстоўваў толькі тыя памяшканні, што размяшчаюцца на 10 сотках. А арэнду яму налічылі за ўсе цяпліцы з гектара. У выніку выраслі непамерныя даўгі. А ідэя арганізаваць свой бізнес, а разам з тым і забяспечыць дзясяткі сваіх землякоў працоўнымі месцамі, цяпер ўжо здаецца нерэальнай. Ну, я понял, раз вы прыйшлі ж ко мне не только с вопросом, разобраться там в этих долгах, а продолжать дальше совершенно этот бизнес. Если это так, значит, я вот дам такие поручения. Кіраўнік в области прозвал мясцовыя улады разобраться у ситуации и зауважил, сегодня необходимо усяляк содзейнічаць развитию предпринимательской инициативы. Мы здесь же ведь не планируем какие-то строить тут большие производства, а вот небольшие предприятия, такие предприятия здесь нужны. Ну а эти предприятия должны создавать предприимчивые люди, предприниматели, и надо их всемерно поддерживать. Чего пока здесь не наблюдается, судя вот по тем обращениям, которые, значит, поступили сегодня ко мне на прием. Поэтому сделаем выводы и я, и местная власть. Приходить до правильных и головных своечасовых выснов призвал Уладзімір Краўцоў и представников мясцовой улады в пытаниях организации безопасности школьников. Так один жыхароў Свіслачы поскардился на то, что пешеходная дорожка и тротуар для тамтейшей школы потребуют добропорядкования. В свою чергу старшыня аблвыканкама отзначил, что пытание безопасности детей одно из наиважнейших. И в области зараз проходит активный этап кампании по обследованию и подрыхтовке автодорог и подъездов для школ. Есть просьба Министерство внутренних дел, чтобы мы обследовали все вот эти школы, которые у нас есть, на предмет безопасности посещения детьми, то есть и разметки, и знаки, и где надо там какие-то еще мероприятия провести, значит, связанные с безопасностью дорожной в первую очередь. Поэтому вот эту работу мы там должны уже заканчивать. Приеду специально перепроверить по Свіслачы не только вот это место, но и все другие школы. На прием до губернатора, который проходил в Свіслачы, записались громадяне по 7 питаниях. Однако прямой гутарцы закраналіся и іншие проблемы, характерные для района. У приватности мясцовых хвалявали пытание добропорядкования дворов и территорий, захование исторических объектов. И все это гучало надзвычай актуально. Как вядома, Свіслачы рыхтуется сустрець гостей головного свята працовников села областных дажинок 2017. У связи с чем у райцентры разгорнута масштабная будовля. Усе пропановы за уваги были почуты, по шэрагу дадзены даручэнні мясцовай вертыкалі.